2009 год знаменателен в истории города Беляевка. Ровно 220 лет исполнилось со дня его основания. Город Беляевка раскинулся на живописных берегах рек Днестр и Трунчук. Омываемый кристальными водами, наполненными рыбой, здесь каждую весну с сотнями переливов, звучным многоголосием поют птицы, многие виды которых занесены в Международную Красную книгу. По оценкам международных экспертов, Беляевка – единственный населенный пункт в украинском Причерноморье, отвечающий идеальной, эталонной экологии. В письменных источниках город впервые упоминается в 1790 году, когда между Бугом и Днестром появились поселения черноморских казаков, которые служили в формировании Черноморского войска. В научной литературе Беляевку зачастую называют внутренней дельтой Днестра или Днестровской жемчужиной. Здесь, на окраине города, более 120 лет работает водонасосная станция «Днестр», которая днем и ночью обеспечивает питьевой водой Одессу, Ильичевск, в Белгород-Днестровск, Южное. Сегодня в Беляевке проживают порядка 15 тысяч человек. И каждый из них, не задумываясь, скажет, что Беляевка – самый лучший город на Земле. Беляевка – город стремительно развивающийся. Он занимает одну из лидирующих позиций по темпам развития среди городов Одесской области. А это результат совместной, конструктивной, сплоченной работы органов местного самоуправления, депутатского корпуса, общественных городских организаций, ветеранской организации, женского совета, уличных комитетов, объединений совладельцев многоквартирных домов и при поддержке Беляевского районного совета и Беляевской районной администрации. Эта работа в первую очередь направлена на улучшение жизнедеятельности города, увеличение благосостояния его жителей, улучшение инфраструктуры города, развитие объектов социального значения. Начиная с 2002 года, приоритетными направлениями работы муниципалитета стали благоустройство города, улучшение качества работы предприятий жилищно-коммунальной сферы, ремонт дорог, освещение улиц, развитие инфраструктуры. За последние годы совместными силами органов местного самоуправления со 150 уличными комитетами удалось провести газ во все жилые дома и объекты социального назначения. Силами городского совета и жителей города проводится модернизация городского водовода. Городская водопоставляющая система, пожалуй, самая старая в области и насчитывает порядка 42 километров. Планируемая работа по замене старого водовода на новый дает надежду на то, что в ближайшие 3-4 года система будет полностью обновлена, и у жителей города не будет проблем и перебоев с водой. Модернизация водовода реализуется в рамках утвержденной городской программы и является одной из первостепенных задач городских властей. Проведен капитальный ремонт дошкольных учебных заведений. Окна заменены на металлопластик, отремонтирована кровля. Закуплена мебель в группы всех возрастов. Много сил и финансов было вложено в реконструкцию городского рынка. Торжественная презентация рынка жителям города состоялась в день празднования Дня города. Теперь из приспособленных навесов рынок преобразился в современный крытый торговый комплекс, отвечающий современным стандартам, комфортными условиями для работы и реализации необходимых товаров. На серьезном уровне стоит решение вопроса ремонта городских дорог. Проблема модернизации и улучшения качества дорог – проблема не только Беляевки. Но здесь утверждена и уверенно работает городская программа. Городские власти интенсивно работают в направлении привлечения инвестиций, ведь малый и средний бизнес является основным источником доходов и одним из основных составляющих наполняемости городского бюджета.
Поэтому для предпринимательства создаются все условия для продуктивной работы, давая возможность развиваться и создавать новые рабочие места. Руководители предприятий, работающих в Беляевке, отмечают, что работать в городе комфортно, и городские власти всегда идут навстречу всем предложениям и проектам. Здоровые дети, счастливое детство, стабильное развитие, образование, культура, спорт – вот основные приоритетные направления работы беляевских органов местного самоуправления. В городе успешно работают 2 дошкольных учебных заведения, 3 общеобразовательных школы, спортивная, музыкальная школа, дом детского и юношеского творчества, филиал Староказачьего лицея. Сотни воспитателей и педагогов берут на себя нелегкий труд. Они готовят маленьких мальчиков и девочек к серьезной взрослой жизни, к ответственной работе и большим победам. Большое внимание уделяется спорту. Сегодня футбольную команду «Беляевка» знают далеко за пределами Одесской области. Именно с этой командой на Беляевском городском стадионе сразились игроки звездной футбольной команды «Динамо». Городской и районной властью делается все возможное для развития футбола и футбольной команды. Обеспечиваются достойные условия для учебно-тренировочного процесса. И это дает свои весомые результаты. В 2009 году футбольная команда «Беляевка» становится троекратным обладателем Кубка Одесской области. И это первая и единственная команда в области, достигшая таких высоких результатов. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Здесь поставлен верный акцент на память, потому как без знания своей истории – истории своего народа. Невозможно развитие. Нет пути, куда необходимо было бы двигаться. Большое внимание уделяется историческим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ведутся исследовательские работы. Находятся новые свидетельства и факты. Открываются неизвестные до этого страницы военной и партизанской истории Беляевки. Беляевка пока единственный город, в котором установлена стела памяти и стела жизни, на которой высечены имена и фамилии беляевцев, которые живыми с победой вернулись по окончании Великой Отечественной войны в родной город. При поддержке меценатов в городе возведена часовня. В день празднования 219-го дня рождения Беляевки жителям города был презентован памятник первооснователям Беляевки, черноморским казакам. И можно с уверенностью сказать, что вся эта работа проведена не напрасно. Проведенный в дни празднования Дня города брейн-ринг среди учащихся 3 беляевских общеобразовательных школ показал наличие высоких знаний истории родного края и родного города среди молодежи. Молодежь любит свой город, знает его историю и связывает свою дальнейшую жизнь только с Беляевкой. В 2009 году большой победой для города стала передача на баланс городского совета Дома культуры, который находился в собственности водоочистной станции Днестр. На базе Дома культуры размещены залы музея, рассказывающий об истории создания и развития станции Днестр. Руководством планируется расширить экспозицию музея и включить экспонаты, которые бы рассказывали об истории города Беляевка, его жителях, событиях и датах. Традиции – это культурное достояние народа, передаваемое от поколения к поколению. Жизнь города Беляевки полна хороших, добрых традиций. Эти традиции делают жизнь жителей города интересной, наполненной смыслом. Традиционно ко дню города проходит игра КВН на Кубок городского головы среди коллективов предприятий, организаций и учреждений города и района. Проведение игр КВН вызывает живой, неподдельный интерес у зрителей и жюри. Ведь это именно тот искренний, добрый, неподдельный юмор, который уже давно не показывают по телевизору.
В уже полюбившиеся городские традиции вплетаются новые, молодые. К 220-й годовщине со дня основания города был создан фестиваль-выставка народно-прикладного искусства «Белая лилия», в котором уже в первый год проведения приняли участие творческие коллективы и народные умельцы со всей Одесской области. Также ко дню города был проведен конкурс «Виртут», слава о котором разошлась по всему региону. Это дает возможность в дальнейшем вывести фестиваль на всеукраинский и международный уровень. Новой традицией стало проведение городского шоу-конкурса «Мисс Беляевка-2009», проведение которого лишний раз доказало и подтвердило, что в Беляевке живут самые красивые и самые талантливые девушки. Беляевка – город еще очень молодой, перспективный. Сегодня городские власти в своей работе нацелены на то, чтобы Беляевка стала центром зеленого туризма. И у города есть все предпосылки к тому. Живописная дельта Днестра, кристальные озера, рыбы, царство пернатых, чистый воздух, а главное – приветливые, гостеприимные люди. Сегодня в Беляевке реализуется серьезный проект Европейского Союза по созданию в городе визит-центра такого зеленого туризма. Этот центр станет координационной отправной точкой для зарубежных и украинских туристов, для которых чистые воды рек, шелест зеленой листвы – самая настоящая диковинка. Сроки реализации проекта и запуска такого координационного визит-центра установлены августом 2010 года. Работа такого визит-центра и развитие зеленого туризма в целом сможет стать значительной статьей дохода в городской бюджет и поможет сохранить первозданность окружающей природы, не испортив ее работой тяжелой промышленности. 220 лет – это прекрасный возраст. Это время молодости, расцвета, силы, упорства в достижении цели. Время креативного современного мышления, творческого подхода к решению задач. Сегодня Беляевка стоит у истоков. Перед городом лежит долгий, светлый путь признаний и побед.